Ну чё, погнали, пацаны. Я сейчас сразу проверю, что у меня в инсте. Ну, погодите, мне еще что-то написали Нави, но я им не писал. Так, вебку чуть поменьше сделаю. И чуть зазумлю вам, потому что вы визжали в прошлый раз, что не видно. Let's go, поехали. Писали, соответственно, Ламоди. Мы тогда в прошлый раз с просьбой отправить мне трусы, потому что я свои последние уже 8 лет ношу, и они все в дырках. Смотрим, что ответили. Здравствуйте, ознакомимся с этими... Блядь, это ёб твою мать, блядь. Ну это душная хуйня, да, типа, мне просто чел, ознакомиться с трусами вы можете, но это полная залупа. Они такие, сам купи, блядь. Так, ну-ка, погодите, плюски на поиск. Они в прошлый стрим ответили, какие промокоды интересуют, и умерли, нахуй. Все, типа, я писал, алло, вы живы? В общем, теперь смотрим. Простите за долгий ответ, стараемся радовать наших пользователей разными акциями, в которых можно получить не только промокоды, но и другие подарков, так что к Новому году завезем множество интересных акций, чтобы порадовать не только вас, но и всех ваших зрителей. Ну что-то они даже не предложили никаких подарков. Да, там. Да. Ну, мне, я сейчас напишу, мне нравится вариант... Напиши, мне нравится вариант, где вы дарите мне и моему где чату подарки. Дарите мне и моему чату промокод. Не, промокоды и подарки. Промокоды и подарки. Так, смотрим дальше. Аэрокул, мы спросили, какого хуя можно мне выслать новый блок питания XAS, потому что прошлый почему-то перестал работать. Смотрим, что ответили. Добрый Владимир, спасибо, что написали. Мы хотим помочь вам. Не могли бы вы, пожалуйста, сказать, какие характеристики компьютера, в котором использовался ваш блок питания? И для нашего общего понимания, может быть, вы знаете, в какой момент что-то произошло не так. Ну тут уже сводите. Тут очень серьезно это поняли, подумали, что я реально куплю. Вот теперь BMW. BMW мы писали, типа, здорово, чувачки, нужна тачка. И я дописал, какого хуя, типа, вы дали бустеру, а мне не дали. Угу. Смотрим, что они ответили. Отвечает бренд премиальных автомобилей с синей галочкой в Инстаграм. Благодарим за проявленный интерес. Уверены, что сможем вернуться с обратной связью в ближайшее время. Очень ожидаю вашего ответа в срочном порядке. А, я им написал, типа, что не уверен, что в ближайшее время смогу ответить, бля, бла-бла-бла, и все дела. Отвечает бренд премиальных автомобилей. Ребят, чуть поскромнее. Бренд премиальных автомобилей мне написал почту. Лада называется. А это что-то не очень. Так, что мне Нави написали? Привет, 24-й клуб Нави будет праздновать. О, Киви, это я рядом. Спасибо, что пригласили, мужики. Я просто не понял, к чему вы это пизданули, конечно. Так, добрый день. Спасибо за отклик на данный момент. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Ну ладно. Джоли Белл. Вова, здорово. Подписчики сообщили, что написал. Подаришь? Футболочку. То. Так, Доритасы, смотрим. А ты по-настоящему дерзкий, за это лайк от нас с удовольствием отправим тебе. Ой, будем очень рады, если ты выложишь сторис с нашей отметкой. Пиши свой адрес. Заебись. Ребята, я... Честно говорю, у меня Доритаса там две пачки лежит, и я их, блядь, не могу. Я люблю очень красные. Я, блядь, сделаю отметку. Мне похуй. Спасибо большое. Уже после... не надо. Уже не надо, мне ответили читос. Не надо. После стрима сообщу. Netflix, ребят, Netflix, что ответил, интересно. Привет, у меня нет промокодов. Бля. Я могу тебе подарить. Не грусти. Так, надо, короче, Яндекс этот, или Кинопоиск попросить промокоды сейчас и подарить один Нетфликсу, погоди. Так, смотрим дальше. Чупа-чупс. Мне кажется, задушат. Вы можете прислать свое предложение нам? Привет, ну да. Отправь какую-нибудь пикчу смешную. Какую пикчу можно, блядь, туда отправить, скажи? Вот, я тебе отправил в Дискорде, вот эту им отправь. Фали. Ты что, ебаналой, Илья, я не буду это отправлять, блядь. Нормальная картинка. Я вот это, блядь, отправлять чупа-чупс, ты что, ебан? Блять, потом тебе до конца жизни чупа-чупсы продавать не будут. Бля, тут, блядь, слышь, если бы был мячик на палочке, блядь, было бы заебись. Так, ребят, у Санлайта я спрашивал, что меня заебал уже, блядь, Маликов звонить со своими, блядь, темами, что мы закрываемся. Вот интересно, что они ответили, но сначала мы посмотрим, что Визит ответил. О, hello, what's up, донатеры заставляют? Нет, те уже выросли, их родителям уже не понадобится. А мне как раз... Здравствуйте, многие магазины уже были закрыты. Мы можем отписать вас от аудио и смс уведомлений. Для этого представьте, пожалуйста, номер телефона. А есть сейчас интересный. Слушай, а вот этим я отправлю, блядь, картинку твою нахуй. Официальный рекламодатель. Да это, блядь, пизду их, они заебали. Нельзя так вести свой маркетинг, если что. Запрещено, блядь. Так, добрый день, поехали. Рекомендуем посетить тест-драйв в одном из наших официальных дилерских центров. Они так любому могут ответить или нет? Ну, вообще, по идее, наверное, туда пишут: здравствуйте, у меня коробка стучит, или как. Я не знаю, для чего просто бренды, блядь, автомобилей создают, блядь, аккаунты.
Так, Infinity Russia. Здравствуйте, в рамках сотрудничества или вы хотите записывать? Ну вот это нормально. В рамках сотрудничества. А что, все в принципе? А, нет, вот еще Икея. Икею я спросил, кто такой гениальный им придумывает название, блядь, для товаров. Смотрим, что ответили. Здравствуйте, товары Икея носят название шведских населенных пунктов, географических объектов и многих других вещей, соответствующих скандинавской культуре. Реально, да, реально скопируй. Копируй их сообщение, отправь им обратно. Зачем? Просто так. Алло, ребят, мне потом табуретка по бартеру нужна будет. Куда мне писать, нахуй? Так, мужское братство All Spice. Привет, это предложение о сотрудничестве. Мужики, я уже с вами год сотрудничал, блядь. В жопу меня ебали, конечно, жестко за интеграцией, я вам так скажу. Поэтому нет, мне просто нужен шампунь. Просто хочу подарочных наборчиков, да, чтобы да, было чем помыться. Отправь ему, пожалуйста, баскетбольный мяч. Я, смотрите, я тут это, хочу пригласить тебя на свой стрим, на этот, как смотришь. Кстати, охуенный ответ будет. Я тебя не смотрю. На данный момент наша премиальная компания с галочкой в Инстаграме не заинтересована в сотрудничестве. Попробуйте написать бустеру, он заинтересован. Вот, все. Да хуел, хуесос! Блять, старая плесень. Так, погнали, что Тиньков написал? Здравствуйте, пожалуйста, отправьте. Духота! Так, охуенно, что там этот пожилая пенсия, блядь, отправила? Ну-ка. Чего, блядь? Чего, блядь? А куда диалог пропал, старый? Ты чё, блядь? Хоть у меня флешбэк, блядь. День сурка, слышь? Походу, я что-то не то написал, надо повторить. Да. Как будто я не писал ничего, блядь. Откат. Да какой F5, ребят, не надо F5. Сейчас будет пошел нахуй олень, да. Блять, в натуре, кстати. Наверное, так и будет, я сейчас обновлю. Блять, пошел нахуй олень, да. Пизда. Давайте в джипу напишем. Пожалуйста, напиши сухариком кириешки, я тебя умоляю. Если у них есть инста, я напишу, давай. Хочу порулить трек-ховк. Очень нравится дедушке. Данный агрегат. Визит печатает, ну-ка, блять. Бро, ну я тебя знаю миллион лет, поэтому сейчас обсужу этот момент со своими и надеюсь, что все будет ок, и я постараюсь. Благодарю. Давайте попросим Бентли не покататься, а просто фотографию оформить где-нибудь. Короче, нужно вот так сделать, что я типа пи***ц какой нищий. Давай, зай, Че я хотел? Надо, короче, что сделать? Сказать, что я такой бомж, и что я не имею права касаться вашего автомобиля, поэтому я просто хотел бы постоять рядом. Вот что-то в этом стиле. Сфоткаться у него, блин! Идеально, так и пиши, нахуй. Всегда мечтал понюхать салон Бентли. Скажите, пожалуйста, как это возможно сделать? Слушай, если они согласятся, мы обязаны записать видос, как мы едем нюхать салон Бентли. Можно сторис просто. Здравствуйте, я приехал понюхать салон Бентли, блядь. Я тебе скинул 2 инстаграма в дискорде. Так, погоди, мне нужно Ауди сначала написать. Джипу я написал, Ауди. Очень нравятся ваши фары. Хотелось бы опробовать их в деле. Есть ли какие-либо варианты? Вот, все. Какашки. Какашки, блядь. Так, Йоти сейчас напишем. Хочу продавать ваши сим-карты в переходах. В переходах. Как мы можем договориться об оптовой закупке? А ты, кстати, писал пятерочки? А я напишу, кстати, погодите. Почему, когда я захожу в ваш магазин, то всегда работает одна касса? И в чем прикол? Галя, у нас отмена. Тут такие дяди, слышишь, мне набьют за шутки, блядь, какие-то. А напиши мне респект, что у тебя ни разу не сломался КамАЗ. Мужики, батя КамАЗ 10 лет назад взял, до сих пор валит нормалды. Респект от молодежи. Посмотрим, что ответит. Так, а что можно Барбоскиным написать?
Предложи озвучить одну серию. Привет, запятая. Смешарики мне отказали. Прикинь, реально возьмут, вообще топ будет. Хочу озвучить персонажа из вашего мультика. Могу сыграть... Нет, могу озвучить типа, которого убьют в первой серии. В Барбоскиных, блядь! Это вы прикол, блядь. Ну, в РЕН-ТВ можно написать о том, что я готов сыграть инопланетянина, блядь. Привет, расследуйте дело. Кто-то унес моего деда. Дед по возвращению начал писать, что его выебали марсиане. Да, да, да. Так, окей, ТНТ онлайн, погнали. 15 миллионов, ну хуй знает, ответит, нет. Упомянул. Опа. Есть смысл писать. Хочу в сериале посветить лицом. Возьмите меня. Слушай, какая вероятность, что тебя могут взять? Да, низкая, конечно, очевидно. Нет, я думаю, они как-то сольют, но прикольно, с прикольчиком. Я тебе скинул в директе Инстаграм семечек. Почему от Мартина и почему семечки? Так, вот так напишем. Так, напишем, давайте Сбербанку, блядь. Вот сегодня мы банку ни одному не писали. Блядь, и Жириновскому пиши, депутатский мандат. Да идите нахуй, блядь. Вы почему мне звоните и просите код в СМС? И добавь, ну я вам, конечно, его дал, но на всякий случай переспрашиваю. Я, конечно, его уже дал, просто интересно, зачем он вам. Так. Хрустим. Подскажите, пожалуйста, официальный аккаунт Кириешек. Очень нравятся Вова, их сухарики. Форду. Нигде найти не могу их. А там прикинь, сейчас чел в офисе, им первое сообщение за 10 лет написали, блядь, в Инстаграме, и такие... Ура! Блядь! Такие, блядь, сука. Так, Uniqlo Russia, погнали. Короче, я возьму просто сейчас от Ламоды скопирую сообщение, мне что-то впадло новое что-то придумывать. Все, а вдруг кто-то мне реально трусы отправит, ребят. Написать в какое-нибудь похоронное бюро, привет, у меня дед умер, куда его там? Компьютер уже мой устарел. Не могу Майнкрафт нормально играть. Что будем делать? Так и напишу, блядь. Потому что мужики мне в прошлый раз собрали полностью комп. Ну что там? Что-то долго. Я не могу столько ждать. Я сейчас пойду, напишу Дюрексу. Скажи, что ты уже гусарский расчехлил. Так, я сейчас напишу им. Значит, у меня есть вопрос. Когда уже школа 13 появится? Ой, блядь, круто. Заебался ждать. Визит в сети. Тихо, он думает пока что. Опа, не тихо, прочитал. Давай прекращай манипуляции эти, время не рабочее уже. Сейчас мне не ответят, понимаешь, что ты на стриме контент пилишь. Но я предлагаю объективно оценивать ситуацию. Где шутка? Он у тебя быканул только что. Зачем быкуешь? У меня точно так же нерабочее время, но я врываю, чтобы тебе хелпануть. Ты хочешь, тварь, блядь? Блин, мне что-то как-то даже неловко сейчас стало. Извини. Все. Негативно, я не в ту сторону выливал. Нет проблем, я так понимаю, у нас все серьезно. Не отвлекаю, ожидаю ответа. Работаю и рву задницы. Задницу — это единственное, что у нас рвется. Гений. Все, я доволен. Все, я теперь максимально доволен. Шутка зашла. Это кириешки? Чат говорит, что это точно они, да. Я проверил, ну типа сайт, у них там кириешек 35 видов. Я таких никогда в жизни не видел. Хочу кириешек. Скинем пикчу с моим ебаном. Давай, слышно, иди. Сейчас найду, блядь. Тихо. Пришлите, пожалуйста, нам свое предложение, чтобы мы передали его коллегам и профильный отдел. И приложите, пожалуйста, свои контакты. О, слышь. Им интересно, ребят, им интересно. Если у меня получится, это будет вообще полный пиздец. Чуть позже все распишу. Да, понял. Ребята, я уже влюбился, все. Нахуй БМВ, блядь, все. Так, чуть позже все распишу. Сказал. Добрый вечер. Так, тихо, пятерочка ответила, внимание. Добрый вечер. При увеличении количества покупателей, ожидающих обслуживания на кассе до 5 человек, продавец-кассир обязан открыть дополнительную кассу. В остальных же случаях открытие дополнительной кассы зависит от того, есть ли в магазине сотрудник, свободный от иных обязанностей и работ. Спроси. Душно, да? Годовой запас еды. Не, не хочу, блядь, пятерочки. Просмотрено, не ответили, блядь. Не просмотрели, не ответили. Кошмар, ужас. Агуша Раша. Мы с моей мамой ждем первенца. Блять, да, ты понял. Главное, чтобы был полный пи***.
Нет, по идее, нормального типа СММщика это не должно волновать вообще. С мамой, блядь, я жду или нет. Подскажите, пожалуйста. Правильную программу питания. Как отменить, сука? А что случилось? В пизду, не то, не поймут. Вот так вот, так интересней. Блядь, с мамой думает, наверное, что я... И внизу сестре 5. Не, надо написать внизу. Подожди, надо еще одно сообщение написать, типа молочную кухню не предлагать. Хочу кваску. Царские припасы. Навернуть. Слышь, написать Финистил Гелю, сказать, что дед не разгибается, как в рекламе. Кваской. Ребята, а вы не поняли, да, типа? На самом деле, я со всеми этими ребятами подписал контракт. Я столько денег сейчас заработаю. Вы просто не представляете. Папа Джонсон нашел. О, Папа Джонс, кстати. Ну-ка давайте-ка, блядь, у них попросим. Пиши HyperPC, нахуй мы прислали свои компы мне на стримхат. Они меня знают. Мы с моими подписчиками хотим покушаться. Пиццы, да? Не, надо просто написать, подожди. Пиццы. Надо написать просто. Покушаться. Мы хотим пиццы. Покушаться. Можно нам немножечко промокодов? Напишу Ашану. Я хотел сначала написать, что недавно вынес пару киндеров у вас, и меня даже не поймали, типа, что-то в этом стиле. Но это будет слишком жестко, поэтому я спрошу, почему у вас воняет в рыбном отделе? От лица всех россиян спрашиваю. Блин, россиян. Почему тележка нихуя не едет? Давай спросим лучше не почему в рыбном отделе воняет, это тупой вопрос. Почему у вас тележки нихуя не едут? У вас тележки... едут постоянно в бок. Когда я ее прямо толкаю. Скажи, что ты один раз. Знаете, как с полной тележкой сложно рулить. Как рулить? Ребята, это гениально. Напиши туалетной бумаги и скажи, что марается после первого раза, блядь. Пишу о проблеме и своем жизненном опыте. Вот, ты писал уже гондоном? Да. Дюрикс хотели, короче, когда Болт Гайка был хайп, они хотели купить интеграцию на трек, и чтоб я спел, я как Болт, мне нужен Дюрикс. Ну ты хотя бы вот это написала, это был бы хайп. На хайпе. Остается в заднице. Все, написал. Pink Rabbit Воронеж, Pink Rabbit Store, да, есть. Блядь. Как будто на Яндекс.Маркет зашел. Предложим просто по бартеру, а посмотрим, что не ответит. Мое очко готово к сотрудничеству. Всегда, всегда открыто. Хочу бартер вагину себе. Можно? Пожалуйста. Так, написали дальше. Пумараша, это let's go. Хочу кроссовки новые, чтобы было во что переобуваться. Спасибо. А что в DNS можно написать? По приколу. Напиши Витек, блять, Витек. Пришлите мне нового Витька. Да, кстати. Привет, Витёк! Как жизнь? Ой, блядь, всё, отправляем. Ладно, я погнал. Береги себя, мужик. Не кипятись. Всё, ребят, можно съёбываться. Напиши ему, хочу всем складом собраться у вас. Да, кстати, можно так и написать, а вдруг прокатнает реально? Давай. Всем стримерским составом к вам в... аквапарк. Будем стримить и пить. Не, давай пить воду. Из бассейна, блядь. Горок. Ну это они поймут, что не серьезно, блядь. Ну ладно, хорошо. Напишите. Пишем секрету Виктории. Не понял, что у вас тут за секреты? Напиши ЦУМ. ЦУМ есть? Цум Москву. Погнали, 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 погнали. Мужики, продам вам пакеты назад. 20 штук. Один пакет тире 500 рублей. Хуя 500 рублей, ебать. 500 рублей реально. Их, короче, пакеты из ЦУМа толкают на Авито за 500 рублей, блядь. Самсунгу пишем или LG. Хочу телевизор. Ну как ты решал задачки? А в этот самый Samsung. В школе ты имеешь в виду? Да. Да, Samsung, давай этот Galaxy Fold хочу, скажи. Hello. Hello, хочу вашу топовую звонилку. Хочу вашу топовую звонилку, которая ты еще складывается. Давай. Ну не помню, как называется. Не помню, как... И на русском Galaxy. Называется.
но что-то с галактикой. Напиши в ресторан Моргенштерна, чё, шеф съебался? Куда делся шеф, блядь? gdz.ru official, что ли? Вот это, да? Как купить премиум? Как купить учебник Виленкин, 5-й класс, биология? Хочу купить учебник, чё, говоришь еще раз? Виленкин, 5-й класс, биология. Пятый. Не купить по бартеру, типа, зашли. Биология. Виленкин, математика, похуй. Ну, в этом-то и прикол. Виленкин, математика, 5-й класс, какая биология тогда, нахуй? Ты ж... У меня сейчас такое непонимание в голосе было. Или, блядь, знаешь, что надо написать? Легенда. Спасибо за детство. Бля, это охуенно, кстати, это пизда. Да. Точно, я забыл, что я хотел написать, слышишь? Я хотел написать вискусу, блядь. Спасибо большое, у вас очень вкусный, блядь. А как это называется? Вкусное быстрое питание или как, блядь, написать-то? Вкусный паштет. Вкусный паштет. По-моему, я тебе скинул Golden Apple. А нахуя я тебе Golden Apple скинул, блять. А я горячую штучку, что ты выберешь, бульмени или косметику? Горячую штучку, конечно. Мужики, хочу бульмени и кругицы. И начни просто выдумывать. Чикен биконикс и еще куда. Чикен биконикс. Реально выйдет чикен биконикс. Чивапчичи. Загревать 2 минуты. Хотстеры. Хотстеры? Да, есть. Хотстеры такое. По бартеру. В принципе, не откажусь. Надо что-то более молодежное такое. Пойдем спрайту напишем. Давай. Я а молодежный. С чем работали, блядь? Писал Кока-Коле, мне не ответили. Пришлите мне, пожалуйста, газельку с газировкой. Нормально, вполне. Памперс. Давай реально памперсом. Давай. В Дюрекс мне отказали. Так что теперь пишу вам, прикинь, очень трек. Нуждаюсь в просто, памперсах. Просто памперсах написать. Я обосрался. Ты пиши просто. Я насрал, убери, блядь. Пиши просто, я обосрался. Да нет, пизду, ну это не смешно, блядь. Модер, я насрал, убери. СТСу? А чё СТСу написать? Типа, вы видели, как выросла эта малая из папиной дочки? Я аж сам ел. Не, давай в лов СТС напишем. Сердца. Мужики, запятая, привет, когда уже сердца за любовь? Мне уже нечего стримить, а мы с моей аудиторией все еще ждем. Лотерея напиши, пусть тебе подкрутят билетик. 100 лото хочу, давай напишем 100 лото. Хочу квартиру. В последнее время... На площадке, где я стримлю, популяризируется казино. Хочешь, а я тоже хочу заработать, но мне не позволяет совесть в дерьмо играть. Пришлите мне, пожалуйста, свои билетики. Напишу так. Ой, ответили. Ой, LG ответили. LG ответили. Ну-ка, let's go. Если вы к нам с коммерческим предложением, то мы передадим информацию вас коллегам в соответствующий отдел в случае заинтересованности с вами... Мне очень нравится, типа, если вы с коммерческим предложением, а Вова пишет, хочу телевизор. Я просто хотел телевизор, какое коммерческое предложение. Вот Инстаграм, которая центрифуга, там самое главное. О, все, let's go, погнали. Напиши мистеру Проперу, что когда ты льешь на пол, он не моет. Почем стрижка Хесуса? И делаете ли вы интимные стрижки? Let's go. Я думаю, бабка с рофлом ответит. Осуждаю. Мистер Пропер есть живой, нет? Мистер Пропер. Мистер Пропер Рус. Есть. Почему, когда я разливаю средство на пол... Да, нормально. Ради, то приходит совсем не тот лысый. Совсем не лысый. Балтики написать, у меня нет пива, точно, я хочу пиво. Почему? Ребята, хочу пивка по бартеру. Срочно, трубы горят. Так, ребят, давайте напишем бренду Lush, если он есть. А чё, блядь, им написать? Ваша бомбочка взорвала мне ванну. Ваша бомбочка взорвала мне ванну.
Как будем решать? Вопрос, да. Решать вопрос. Блять, интересно, кстати, написать реально монстру. С учетом того, что они мне прислали вот эту баночку, типа... Ребята, пришлите мне холодильничек. Так, короче, предложили Эйвону или Арифлейму написать. Написать: здравствуйте, я из компании Арифлейм. Арифлейму, понял? Я из компании Арифлейм. Почему меня уволили? Еще добавь, я был бриллиантовый партнер. В дрифт-школу. Я был бриллиантовый партнер, между прочим. Сейчас, доминос. Погнали им напишем. Что-то, блядь, нам промики пицца не дает. Дода что-то говорит, сори, не признали, блядь, ответила. Я и мы-то. Мои подписчики очень хотим промокоды на пиццу. А зубной пасть. Ой, тихо, мне ответил Столото. Здравствуйте, вы можете обратиться к нам на инфу. Ну да, ну на эту хули хотел, блядь. Ну он смайлик какой-то вставил, ладно, уже не так душно. Понимаешь, смайлик сразу духоту делит на 5. Уберите яйцо с аватарки. А у них нет яйца уже. А уже нет яйца? Вы почему яйцо? Мне секс-чаты подключаете? Я уже устал в офис кататься. Выпустите ноги. Секс-чаты и погоду в СМС подключаете. Погода в СМС. У МТС аватарка кривая, видишь, она... А, они уже ответили. О, реально. Напиши им в ответ, у вас Ава съехала, аха-ха-ха. Бля, напишите номер. Ебать, они моментально ответили. Так не пойдет, я пошел в Билайн. В Билайн. Все, а че я должен тут свои данные, блядь, еще писать? Кому, блядь? Кому в Инстаграм писать, блядь? Infinity, блядь, мне очень понравилось, как они ответили. Возможно, им даже что-то интересно, но я не знаю, что им можно предложить. Что им можно предложить, если я стример и сижу дома, блядь? Вот. Могу выйти на улицу на 5 минут.